Цветы, ну просто, ну посмотрите, ну каждый лепесточек как настоящий. Смотри, даже лепесточки все настолько интересно прорисованы. Я просто в шоке, как рождаются такие принты не на фотографиях, а на ткани. Ты знаешь, вообще есть два варианта. Либо действительно настоящие фотографии переносят на ткань, либо, как в данном случае, это... Художник у нас, посмотрите, художник рисует принт сначала, до мелочей, прорисовывая все-все-все деталечки. Потом он переносится в цифровой формат и только после этого попадает на ткань. Ну а мы с вами получаем вот такую роскошную блузу от бренда Визель. Бренд Визель, ну как всегда удивляет и восхищает. Так, смотрите, называется рубашка... Пелагея. Все-таки Визель — это класс люкс, это действительно высокое качество пошива, это высокое качество материалов, поэтому таких рубашек, просто таких вещей априори не может быть много. Но достанутся они тем, кто действительно понимает, что заполучить такую рубашку в свой гардероб — это сделать вложение. Она такая нежная, она прям пропитана нежностью, правда? Вот эти цвета, цветы же можно было разные нарисовать, понимаешь, пионы можно было бы нарисовать более яркими, а вот здесь вот все краски так здорово. Гармонично подобраны, они такие, знаешь, ненавязчивые и даже успокаивающие. Согласна, кстати, действительно очень хорошая цветовая гамма, очень приятная. И очень любопытно расположен принт. Все внимание, уводя в зону декольте, мы с вами уводим акцент от бедер и живота. Давайте посмотрим, как это выглядит. Наша Светлана выбрала для себя как раз именно эту блузу. Да. И получился совершенно потрясающий вариант. Вот смотрите, казалось бы, черные брюки и белая рубашка, да, что может быть более классическим и более стандартным, но мы выбираем с вами брюки с имитацией кожи рептилии, мы выбираем с вами блузу вот с таким шикарным цветочным принтом, полуприталенного силуэта и получаем нарядный образ. Нарядный, очень женственный, и я прям тоже захотела вот эту рубашку заполучить вместе с брюками. Но у меня возникают периодически проблемы с выбором размера. Смотри, когда мы выбираем рубашку и есть пуговицы, они чаще всего на моей груди расходятся. Ну, а ты, наверное, выбираешь размер неправильный. Нужно, а вот как? Ну, нужно правильно выбрать. По груди 52-й, правильно? Да. Смотрите, что мы делаем? Измеряем объем груди, делим его пополам, получаем нужный нам российский размер. А давайте посмотрим на полную рубашку, целиком на нее. Я хочу вам продемонстрировать крой. Вот здесь, Оль, ты знаешь, очень хитрый крой. Это не классическая рубашка, не стандартная. Подержи, пожалуйста, с той стороны. Давай, держу. Смотрите, у нас рубашка с вами силуэта трапеция. Вот она, видите, чем прекрасно. Почему на этом акцент? Если бедра пышные, то вы не выбираете рубашку на размер больше, как это бывает обычно, если она прямая. Она под вас подстроится. Если бедра узкие, верхний тип фигуры, Оль, как у тебя, сбалансируется. Будет здесь чуть свободно в бедрах и прекрасно. У нас с вами получится в любом случае идеальный силуэт. Идеальный силуэт, идеальная рубашка и множественно женственности. Посмотрите, сколько здесь цветов. Посмотрите, какая она праздничная и нарядная. И это рубашка на все случаи жизни. Лер, ну скажи, пожалуйста, вот с чем можно сочетать рубашку помимо брючных ансамблей? Мы можем, конечно же, выбирать комплекты с юбкой. Сейчас наша Таня выбрала в комплект к этой рубашке юбку Агния цвета бордо и кардиган. Посмотрите, цвета малины, о котором мы с вами только что говорили, это кардиган Руслана. Снова получился яркий образ. Но я хочу предложить вам еще один вариант. Посмотрите, мы с вами сейчас говорим только о том, что у нас с вами один вариант, яркий кардиган, мы можем выбирать. Но мы ведь с вами выбирать можем кардиганы, в том числе и спокойные. Мы можем выбирать образы, которые сделают нас более сдержанными и элегантными. Возможно, вы отправляетесь на работу, и тогда я предлагаю вам тот же кардиган, который мы сейчас видим на Тане в цвете фуксия, выбрать для себя в цвете сером. Вот он, кардиган Руслана. Посмотрите, отличный вариант. Чуть-чуть сдержаннее делает наш образ. Отправляясь на работу, вам именно это и потребуется. Ну, а потом, если вы отправляетесь уже на праздник, на мероприятие, можно снять кардиган, а можно, кстати, оставить, он очень нарядный, и нам будет совершенно
достаточно того цвета, который дает блуза. Ты знаешь, вот я знаю, какие сомнения наверняка остались у наших телезрителей, которые влюбились в рубашку, но боятся сделать покупку дистанционно, потому что боятся, что пройма не пройдет. Понимаешь, вот бывают рубашки такие, которые прям тютелька, руку вверх поднять невозможно. А? Вот давай сейчас посмотрим внимательно на пройму, да и вообще на рукав, ручка полная пролезет. Давай посмотрим. Смотрите, здесь увеличенная линия проймы. Классический вточной рукав, вот он, но пройма больше стандартной. Благодаря этому руке будет комфортно. Рукав увеличенной ширины, он не будет перетягивать ручку. Больше того, немножко ткань подтягивается. В составе у нас с вами вискозы 95,5% эластана. Достаточно для того, чтобы это был не трикотаж, это все-таки текстиль, это рубашечный материал. Но комфорт нам с вами добавит. Поэтому смело на любой тип фигуры, даже если ручка полновата, можно забирать эту рубашку. Слушай, а мне еще нравится, что наша рубашка прекрасная спереди и сзади. Танечка, повернись, покажи. О, красота какая, неописуемая. Вот художники, вот дизайнеры, да, не поскупились. И спереди, и сзади мы благоухаем. Согласна. Но ты знаешь, Оль, меня все-таки безумно радует, что мы выбираем сегодня рубашки, блузы. Это всегда выглядит элегантно. Конечно, нам удобно в туниках. Они могут быть яркими. Но если вы, например, учитель или директор школы, вот Таня наша сейчас, смотри, очень похожа, мне кажется. Вот, например, на 1 сентября, прямо, мне кажется, очень подходящий образ. Да, ты знаешь, вообще это очень важно, как выглядят учителя. Если учитель выглядит достойно, то и дети к нему расположены. Согласна. Вот, и, соответственно, уроках слушают. Поэтому, милые наши учителя, выбирайте сейчас для себя рубашку Пелагея, оплатите ее потом, ну а на 1 сентября уже наденете. Выбираем размер в размер, напомню, рубашку по объему груди. Кстати, стирать ее тоже легко и просто. Стирать такие рубашки можно в холодной воде при 30 градусах, можно даже стирать в стиральной машине, но, пожалуйста, тогда выставляйте деликатный режим стирки. Но еще один момент, на который невозможно не обратить внимание. Бренд Визель – это всегда шикарная фурнитура. Давайте прямо близко-близко посмотрим сейчас пуговичку. У нас такие же пуговицы по всей рубашке. Вот, Оль, я тебе могу сказать, что одна такая пуговица в магазине стоит 150-200 рублей. Знаю, вот просто знаю. Пуговица. Угу. Посмотрите, никогда бренд Визель не экономит на фурнитуре, никогда не экономит на пошиве. Приобретая вещи от бренда Визель, вы действительно получаете качество класса люкс. И ткани, и лекал, и пошива.